Отец говорил, нет, у тебя нету шансов. Полезно, особенно для тех, кто занимается товарным бизнесом. Смотрю в карман, 100 гривен, ну, не судьба. На трафик. На трафик, да. 3000 долларов. Да. Сразу в минус. Ну да. Мировоззрение конкретно поменялось, я сразу зашел в интернет. Интересно, мы вынесем это в анонс. Добрый день, дорогие зрители, на связи Андрей Балан, и на очереди у нас снова интересный кейс. На этот раз нам его оставят ученик с пятого потока курса «Максимум продаж», которого зовут Сергей Шевченко. Приветствую тебя, Сергей. Привет, Андрей. Как твои дела? Супер, огонь. Сергей спецом приехал к нам в Одессу из Киева для того, чтобы записать это интервью. И я думаю, оно получится очень интересным для наших зрителей. Поэтому постарайтесь внимать каждое наше слово. Будет полезно, особенно для тех, кто занимается товарным бизнесом. Потому что Сергей – это предприниматель, который продвигается в товарном направлении и уже имеет некий опыт. Также он прошел курс «Максимум продаж», поэтому сегодня будет делиться своими лайфхаками. Сереж, расскажи, пожалуйста, чем занимался до того, как вышел на путь предпринимательства? Ну, в принципе, отец мне хотел подарить хорошее будущее. Так. Это Красный университет Шевченко, юрист. Киев. Да. У тебя юридическая специальность, получается, да? Да? У меня тоже. Собрались два юриста. Нашли друг друга, да? Да, хотел, чтобы я шел в прокуратуру, там все эти связи. В госструктуру, да? Да, да. Но я не хотел этим заниматься. Изначально не хотел или уже понял, что не твое в процессе обучения? На втором курсе. На втором курсе понял, не то. Да. И что ты делал? Тянул лямку или сказал «до свидания»? Говорил «до свидания», но отец говорил, нет, у тебя нету шансов. Иди дальше. И шел дальше. Закончил? Да. С красным дипломом? Нет, ну не красный, но троек не было. Научился хорошо? Да. Старался? Да, хорошо. Окей, после того, как закончил университет, пробовал себя в этой специальности или нет? Да, коллектором работал. Коллектор. На телефоне. Интересно или не очень? Тяжело психологически, но интересно. А по деньгам? 10 тысяч потолок. 10 тысяч гривен. Перспектива роста? Ну, в лучшем случае через год-два, там, 20-25 тысяч. Когда ты понял, что будешь идти в предпринимательство? В каком возрасте? Наверное, еще в школе. У меня спрашивали, кем ты хочешь быть. Я всегда говорил, я хочу быть бизнесменом, хотя я близко не понимал, кто это такой и чем он занимается. Просто красивое слово тогда еще было в понимании твоем. А когда действительно ты стал предпринимателем, как ты считаешь? Когда? Наверное, когда уже начал учиться, потому что я вообще не хотел работать ни на кого и близко не хотел. И на каждой работе максимум задерживался, по-моему, на полгода. Я не мог больше выдержать, мне все надоедало и шел дальше. Ты уходил? Что-то. Предпринимательство твое – это были продажи сразу или что-то другое? Именно уже товарный бизнес ты имеешь в виду? Ну, давай, да. По товарному направлению ты начал работать когда? Нет, я еще пробовал, по товарному бизнесу я начал работать с 26 мая, мы запустили... Этого года? Да, этого года. То есть опыт у тебя примерно чуть больше полугода, полгода где-то есть. Да, полгода. Уже время летит, да? Да. А еще до этого пробовал открывать бизнес БАДов, биологично активных добавок, с ценой на лендинге 1 гривна. Я просто работал в похожей, в такой же компании, так. Решил ее открыть. В итоге слил 3000 долларов. На что? На товар на или трафик. Рекламу? На трафик. На трафик. Да. 3000 долларов. Да. Сразу в минус. Ну да. Или это был... За полтора, за месяц, за полтора примерно эти деньги. Никакой прибыли? Заработал 1012, оборот 12 тысяч. Вложил в трафик 3000 долларов, да. Оборот был 12 тысяч долларов. Чистой прибыли? Нету. Не было. Минус. Это минус был. Угу. Печально. Что ты решил делать после этого? Сдулся, опустил руки или дальше продолжил? Я решил дальше идти. Ну, в тот момент я уже был подписан на тебя, как месяца пять за тобой следил. Но я даже спрашиваю тебя за курс максимум 4.0. Говоришь, цену я смотрю в карман 100 гривен. Ну, не судьба. Так. Не хватило денег для того, чтобы начать обучение раньше? Да. В итоге пошел дальше на работу, на одну, на вторую, там неделю поработал, кинули, там неделю поработал, кинули, денег в кармане нет. Интересно, а что это были за направления и почему кинули? Потому что я прихожу, я говорю, мне нужна работа, где я буду пахать и зарабатывать хотя бы 20 тысяч гривен. Ну, для Киева такую работу найти можно.
Так. Когда будешь хорошо работать, у тебя будет 20-30 тысяч гривен. Приходишь, в итоге смотришь, что там, ну, с ребятами на перекур выходишь же и спрашиваешь, что, как, ну, 12, ну, 13 это в лучшем случае. Расстраиваешься, уходишь, ищешь дальше. Сам уходил. Угу. Что было для тебя нормальной находкой, что ты понял, вот, что это твое? Товарный бизнес, вот это вот, я за этим следил, я читал, но не знал, как сделать поначалу рекламу. Но ты до того, как пришел на курс, уже делал продажи в интернете, да, так? Да. Через какие источники трафика? Только Facebook и Instagram. Только Facebook и Instagram. Объемы продаж твоих до курса? В день или в месяц, как тебе удобнее? Ну, потолок в день это где-то 150 отправок, наверное. До курса было. До курса. То есть ты пришел на курс уже с неким хорошим опытом. Угу. У тебя было понимание того, что такое 150 лидов в день, угу. Что такое объемы. И вообще, почему тогда идти на курс, если ты уже делал такое количество отправок? Что было причиной? Потому что я уже дальше смотрел на офферы, и я не понимал, что мне выбрать. Ну, там, да, мы зарабатывали неплохо, но сейчас зарабатываю неплохо. Но я понимаю, что можно больше, я не знаю, как сделать больше. И бывают такие моменты, у тебя там идет там, в день там, 50 лидов, на следующий день там, 10. Блин, бабки уходят. То есть проблема была в том, ты не знал, как масштабироваться в этом направлении. Да. Именно за этим ты пришел на курс. Да, ну и товарный бизнес, я не хочу этим заниматься. Я хочу на этом немножко подкопить капитал, так. Найти нормального партнера какого-то и что-то более серьезное придумать. Например? Хотя бы даже найти партнера пригонов то есть США, там за каждого клиента получать 100-150 долларов, а потратить на клиента 5 долларов. Ну, круто. Почему будет. Нет, да? Да. Можно трафик конвертировать в этих направлениях. Легко. Что ты получил на курсе? Ты шел за тем, чтобы масштабироваться. Ты угу. получил то, что ожидал? Или меньше? Моментально. После, на каком-то уроке, на втором вроде, или на первом. После первого урока про выбор оффера у меня сразу мировоззрение конкретно поменялось. Я сразу зашел в интернет. И те офферы, которые я их раньше видел, я их сразу же себе отложил. Так. На первых занятиях сразу было понимание того, как выбрать нишу, направление, да. товар для того, чтобы продвигать его в интернете. Да. На следующих занятиях, когда мы уже коснулись непосредственно настройки рекламы, трафика, угу. для себя, для человека, который делал уже 100-150 лидов в день, ты что-то новое получил? Я теперь, в принципе, могу сделать рекламу абсолютно в любом источнике трафика. И ну, мое понимание того, что нужно идти выше, то есть в сферу услуг. Так. Ну, как бы это понимание еще больше выросло, я понимаю, что без этого никак. Какие источники, помимо Facebook и Instagram, мы еще изучаем на курсе, и которые ты планируешь использовать у себя в работе? Ну, планирую. Мы изучаем Google, Яндекс, ВК, MyTarget, Facebook, Instagram. В принципе, я буду использовать Google, Facebook, Instagram, и остальные источники буду использовать для мультиретаргетинга. Я понял, для того, чтобы дожимать клиентам на покупку. Да. Окей. Сейчас твои показатели конкретно в товарном бизнесе во время курса, после курса, они улучшились, закрепились или что с ними произошло? На данный момент тоже примерно получается 100 лидов в день, но это с учетом того, что раз отсутствует тот товар, который мы продвигали, его в Украине нету, вообще нету, мы вот ждем, уже на этой неделе он должен быть, и тогда будет не 100, а примерно уже 200, наверное, отправок в день. И тоже отсутствует товар второй, но его уже, наверное, не будет. Плюс он такой сезонный, и зимой он продаваться не будет. Грубо говоря, если были бы два моих предыдущих оффера, было бы сейчас не 100, там 80-100 отправок, а, наверное, 200 можно было бы сделать 300. То есть сейчас проблема реально не в том, где взять клиента у тебя. Где взять товар. А проблема в том, где взять товар. Да. Интересно, многие сталкиваются с такой проблемой. Насколько я знаю, в основном у предпринимателей проблема отсутствия клиентов, отсутствие трафика, отсутствие продаж, но после курса максимум продаж ситуация кардинально меняется в другую сторону. Интересно, мы вынесем это в анонс для того, чтобы нашим зрителям, чтобы подстегнуть их просмотреть это интервью полностью. 100-150 отправок в день. Кто тебе помогает в этом? В принципе, я работаю только со своим соседом. Это мой напарник. Почему? Я видел фотографии в социальной сети, и вот здесь сидит твоя девушка прекрасная, которая помогает тебе с этим. Это так? Она не помогает, я ее обучил,
Я ей говорил, типа, ну давай, будешь тоже этим заниматься. Она тоже интересовалась. Она за мной наблюдала, потом мы как-то сели. Ну, я напарнику сказал, мы так работаем. 2 дня он, 2 дня я иногда. Так. То есть можно засесть сериалы смотреть. Я с ней сел, ее обучил. Она выбрала офер, запустила рекламу. Ну, все это при мне. Ну, это теперь так? Тоже получает лиды. Круто. Да. И, ну, я еще обучил своего одноклассника. У него пока результаты не очень, но уже 300-400 долларов в месяц чистым у него получается. Неплохо. По сути, пройдя это обучение, максимум продаж, смог бы ли ты дальше сам обучать людей и нести эти знания в массы? Конечно. Интересно тебе этим заниматься? Именно обучать людей? Да, передавать этот опыт другим людям. Пока еще не... Ну, мне нравится помогать людям. Там они спрашивают, что-то им рассказывать, помогать мне нравится. Но хотел бы ли этим заниматься, пока точно это не могу сказать. Товарный бизнес тебя привлекает больше? Нет. Нет? Что-то вечные ниши, да? Да. Ты говорил. Вот это хочется. Окей. Что ты посоветуешь ребятам, которые смотрят это интервью и думают, идти на курс максимум продаж или же купить себе новый iPhone, например? Если бы я не разбил бы свой 5-й iPhone, я бы дальше с ним бы ходил бы 2 или 3 года, наверное, и собирал бы деньги на инвестирование в себя. И, блин, нужно идти. Я про Андрея узнал месяцев 10 назад, когда сидел на работе. И были бы у меня деньги, я пошел бы моментально. Жаль, что не было денег тогда. Если бы 10 месяцев назад у меня был бы нормальный и хороший iPhone, я бы его продал бы, пошел бы на курс. Сейчас бы зарабатывал бы не там 4-5 тысяч долларов в месяц, а, наверное, 20-25. Так что идите, не идите. Реально ли делать такие цифры, о которых ты говоришь? Возможно, на нашем курсе есть примеры ребят, которые уже зарабатывают там свыше 10 тысяч долларов. Я думаю, там уже есть и лучше, я видел. По квартирным ремонтам. Ремонты квартир. Какие еще ниши ребята продвигают на нашем курсе? Ремонты квартир, окна, пригон машин с Грузии, Америки, по-моему. И продажа недвижимости в Америке. Ну, то есть вот. Вариантов применения этих знаний просто масса. Конечно. Фактически любой бизнес. Да. То, что не запрещено законом о рекламе, можно рекламировать, продвигать и привлекать клиентов. Отлично. В гостях у меня был ученик из курса «Максимум продаж 5.0» Сергей. Сергей уже до курса делал неплохие результаты. Сейчас в рамках нашего обучения он их закрепил и в будущем будет масштабироваться на вечные ниши для того, чтобы делать действительно прибыльный бизнес с помощью самых топовых источников трафика, которые мы изучаем на курсе «Максимум продаж». Спасибо большое вам за просмотр. Обязательно подпишитесь на канал для того, чтобы не пропустить следующие интересные кейсы, из которых вы обязательно будете извлекать для себя полезную информацию. Всем спасибо. Спасибо тебе большое. Молодец, что приехал. Я тебе всю дорогу расходы оплачиваю обязательно. Да нет, не нужно. Я мечтал про это. Спасибо большое от души. Я желаю тебе и твоей девушке больших продаж, чтобы у вас всегда было максимум, их максимальное количество.